Работа началась? Началась. Мариупольский морской торговый порт посетил глава ДНР Денис Пушилин. С учетом того, какие сейчас запросы и по строительным материалам, да, и в принципе для развития экономики, для республики очень важно транспортный узел задействовать морем и дешевле, и совершенно другие объемы. Быстрее. 2500 тонн. Именно такое количество горячего катанного листа в рулонах погрузили сотрудники порта в свои первые рабочие дни.